посылка у адмирала Тамплиера на головном корабле. Стоит ему отдать приказ, мы ее потеряем. Посылка не так важна, как ее получатель. Уничтожим этого курьера-адмирала и раскроем истинную угрозу, исходящую от Тамплиера. Когда я стал ассасином, поклялся бросить пиратство, но оно не раз помогало нашему кредо. Так не зря же вам все дозволено, капитан. Да, и часто это необходимо. Зареи! Все долой! Они нам не по зубам! Пробойна! Вот и слабое место! Туда! Заряжено! Жду приказаний! Туда, капитан! Хороший залп и конец! Лучшее место для залпа! Заряжено! Куда, капитан? Хороший залп и конец! Умный пират знает, когда ударить! Попали! К бою готовы!
Бастини Жозеф, Порто-Пренс. Что там нужно тамплиерам? Капитан! Там еще французы! Плохо! Уходим сквозь бурю! Нас разобьет о берег! Будет куда хуже, если это попадет в руки тамплиерам! Да, капитан! Поля! Нас догоняют, нас спасали!
ли моле мису. Вот дрянь! Нет! Да я тебе ухо отрежу! Сволочь! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь, иначе я отрежу тебе оба уха. Нет! Аборт! Слава богу. Простите. Мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь, вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого, спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. Thank you.
Je vous le demande à genoux. Je vais te triper. Здесь вы в опасности. Бегите, ищите укрытие.
У меня есть то, что... И удачи. Когда-нибудь и я помогу вам. Помоги своим братьям и сестрам. Ну,
посланы Богом. Все еще впереди. Вас послал нам Бог. Разве можно было иначе? Они в превосходной форме. Посмотрите. А! Сегодня привезли новый товар. Господи, спасибо, что прислал его ко мне. Не стоит. Только вместе мы покончим с этим злом. Завтра вечером и в честь их прибытия в центре города пройдет торжество. Я ваш должник. Живи достойно.
не пожалеете. Спасибо. Верь в себя. Довольно мучений. Так добры. Твоим мукам конец. Thank you.
утро, капитан. Нужно быть готовым ко всему. Люди достойны большего. Я обязательно отблагодарю. У тебя есть право на выбор. Чтобы отпраздновать успехи городской стражи, будет проведен сбор пожертвований на содержание стражи. Пожалуйста. Если кто-то располагает информацией о произошедшем, сообщите ее городской страже. Спасибо. Я никогда этого не забуду. Верь в себя. Спасибо. Вы так добры. Твоим мукам конец. Жителям города Брэнса не могу. Ваш должник. Разве можно было иначе?
упустили свой шанс, господа. Этот товар что надо. Конечно, моя жизнь ничего не стоит, но спасибо, что спасли меня. Довольно мучений. Thank you.
Да! Люди достойны большего. Сила. Спасибо. Все еще впереди. Пожалеете. Спасибо. У тебя есть право на выбор. Только вместе мы покончим с этим злом. Но при этом получают свободу и
незаконный статус! Иранская угроза за последние дни ослабела благодаря работе городских патрулей. Если встретите этих моряков в городе, угостите их выпивкой, чтобы отпраздновать успех. Седьмая статья Черного кодекса гласит о том, что хозяева обязаны заботиться о старых и больных рабах. Предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Они просто животные. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Я и так знаю, что будет. Я сам бы и мухи не обидел. Но надсмотрщик вправе укреплять дисциплину на свой лад. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того корабик съест. Кто не будет спать, того корабик съест. Славно. Неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. Thank you.
Thank you.